h3, король g4, ферзь бьет h6. Ну, тут можно взять ферзь опять шах, может быть, сначала. А может быть, не надо. Ну, из каких соображений? Ну, не знаю. Он любит. Он любит шах. Можно и ферзь d7 дать шах, понимаешь? Не, ну не ферзь d7 тогда. Ну ладно, ферзь d5. Ну, вот такую позицию мы сейчас увидим. Ну, эта позиция, я думаю, совершенно безнадежна, мне кажется. Ладья h6 идет. Ладья h6. Да, Володя, скрипя сердце, пошел на нее. Мы сейчас уберем эту галочку, потому что мы знаем все, что произойдет в этой партии. И вы видите, после король g4, ферзь бьет h6. Не, он подумает, еще может шахи дать. Не дать ли шах, да. И арбитр не кашляет, но подходит к этой партии и начинает следить за... Вот метаморфоза произошла некоторая. Да, определенная метаморфоза. И сейчас думает Люк Макшейн, он пока не решил, что ему делать, куда пойти ферзем. Нет, ферзь бьет d5, ферзь f6, наверное, Володя наметил, крамник. Может быть, это еще не совсем безнадежно прямо, но такое ощущение, что проиграно. Там даже с пешкой G безнадежно. С пешкой G проиграно, но это не так еще просто надо там. Ну, нам, ну, в общем, дамы и господа, сборная России без нас. Любители. Пока будет стараться без нас. Без нас начнем этот матч. Ну, а там, на самом деле, позиция совершенно безнадежная. А что? Ну, ферзь F5 пошел, там, да, ферзь F6. Там сделаешь. Король придет, съест. По виду безнадежная позиция. Может сдаться, Володя, когда вторая пешка падет. Но напомню, что если бы Макшейн играл чуточку точнее, то он бы сейчас съел вторую пешку с шахом. Он бы сейчас бы ел уже отпустил бы нас. Бифштекс вкусный в ресторане в данный момент, наверное. Бифштекс, да. Кстати говоря, вот рацион Люка Макшейна, ферзь бьет d5, ход сделан. Рацион Люка Макшейна пока остается в тайне, да. Если про многих шахматистов мы знаем немало, и их пищевые предпочтения не секрет. Угу. Вот. Интересно. То, что касается Люка Макшейна, как он относится к вегетарианству, есть ли мясо перед партией или рыбу, или предпочитает добрый ирландский эль, мы этого не знаем. Вместо мяса и рыбы, ты хочешь сказать. Вместо мяса и рыбы, да. Вот. Ну, что можно сказать? Да выиграна абсолютно позиция. Не, позиция выиграна, в этом сомнении не может быть. Еще король. Ну, король, кстати, не такое плохое место занимает. Ну, и не такое хорошее. И не такое хорошее. А тут нет хорошего места. Нет, нет, есть какие-то хорошие места. На G1 было бы лучше тут, может быть, немножко. Не, на самом деле, короля черных, на самом деле, смех смехом, но хорошего места на доске нету, реально. Есть только, как бы, они везде попадают. На один, может быть, это лучшее место было бы, чем на А7, мне кажется. Это вот в той зоне. Вон в той зоне, на 1, на B2. В той зоне, да. Какой из... Ну, не на А7. Мест... На А7 это... Ну, ладно. Ну, здесь что можно сказать? Что ферзь F6, вот какой тут еще позиция может... совершенно безнадежная. Люк при этом реализует это дело плохо. Просто плохо. Не находит лучших продолжений. Ну, ничего. Такое тоже часто бывало у меня, например, в том числе, что вот очень плохо реализация, но потом как-то напрягался, лишние усилия, и все-таки дожимал в какой-то момент. Случается такое, да? Такое часто бывает, да. Бывает, что и не дожимал. Да, к сожалению. Обидно, тоже. Да? Но здесь еще есть хитрость, которая заключается в том, что, например, такой шах ничего не дает, потому что после таких ходов... Не, на ферзь f5 можно просто съесть. А можно просто съесть, да. И ферзь d4 шах. И ферзь f2 нельзя из-за ферзь d4. Ну и вообще в половине вариантов попадет под шахи. Нет, ферзь f6, по-моему, единственный ход здесь. Вот за черный. Ну, да. Или ферзь f8, ну что это такое? Ну, я думаю, что просто ферзь f5 и ферзь d4 по центру. Ферзь d4 по центру как-то. Ну, я не знаю, выиграно, конечно, позиция. Конечно, выиграно. Но это еще надо потрудиться немножко. Конечно, выиграно. Крамник ферзь f6, конечно, ходит. Конечно, конечно. Ну, это единственный шанс. Ну, это он ходит ферзь f6. Не спасает, безусловно. Безусловно, но... не спасает, но это настолько сложнее. Это настолько сложнее, чем многочисленные варианты, которые мы, дорогие наши слушатели и зрители, с вами обсуждали, что приходится признать, что не оптимально ведет партию Люк Макшейн. С другой стороны, позиция как была выиграна, так и осталась. И Володя по-прежнему... Самое простое, я думаю, ферзь f5, ферзь d4, король h3, мне кажется. Ферзь f5, ферзь d4. И здесь... Король h3, двигать пешку g, может быть. Король h3, ну там под e3 можно. А вот e3 тогда ферзь f7 шах. И что? Ферзь e8 шах, и ферзь бьет e3 потом. Всегда будет, да? На e8 или на e6? Да, да, да. Да, да, да. То есть, например, король h3... Нет, ну понятно, да. А куда ходить?
И потом же 4. Король f3, потом же... Король f8, ты на g2 хочешь. Ну, конечно, да? На g2, да. Мне вообще на g2 в идеале пойти королем на g2 белым. Да, встать там и все, и да, пешку затянуть. И пешку же тянуть, ну, да. Король, да, защищен. Это, еще, наверное, самое техничное, наверное. Да, ничего здесь не получится сделать, и это, да. Все-таки это король на 7, ну, король... Ну, конечно. Король, ну, голый. Ферзь f5, ферзь d4, король h3. Мне, да, кажется, самое такое... Ну, король h5 тоже выигрывает, безусловно. Ну, там шахи начинаются. А поэтому король h3. Да. Что со временем, а? Ну, давайте как-то переставим оператора, чтобы он видел часы. Это сейчас самое интересное. И теперь мало времени осталось у Люка Макшейна. Он волнуется, нервничает. Такое ощущение, что он где-то боялся идти на эту позицию с четырьмя ферзями, не был уверен, что найдется там мат. Может быть, а она может быть он, не такая. Он, потому, да, что очень много читал и очень нервничал сильно. Может, ну, быть, да, он, да, какие-то. Да, я сам знаю по себе, что иногда меряются какие-то этюды несуществующие. А может быть, он и был, ведь вот этот вариант, который мы в итоге вряд нащупали. Ли он был. Ну, давай честно скажем, что вряд ли он был. Но тем не менее, такого померечится, что-то глазами было. Мы не увидели никакого, да, опровержения. Да, 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 и... Во время. А за доской все чувства обострены. Что он? Ферзь f4 пошел, да? Не, ну там, подожди, сейчас мы посмотрим, да. Да, все так и было. После ферзь f5, ферзь d4 пошел. Ферзь f4, ну тоже достаточно. Да, хочет пойти грубо. Ферзь e3, более чем достаточно. Ну, конечно, он просто навсегда этой идеей. Вообще идея простая. E3 убил, король на g2 и g4. А теперь король на g2 и пешка пошла. g4, да. g5, g6 и т.д. и т.п. Т.д. и т.п. И даже миллион пешечных на шпиле, когда король подойдет. Не, ну это безнадежная позиция, конечно. Выиграл. Позиция совершенно безнадежная у черных. И... Сейчас Владимир Крамник не подходит к столу, он находится в комнате отдыха, он пытается понять, доигрывать ли ему эту партию или признать свое поражение. Нет, Владимир садится и продолжает борьбу. Посматривает на, ну, Люка. Он так улыбнулся. Ну да, нет, Володь-то давно улыбнулся так, что, ну, наконец-то ты, милок, да, нет, ну... Король b7. Король b7, он говорит, как бы мысленно, он говорит, что, ну, раз ты уже не выиграл. Да. Говорит, мысленно я с тобой, но в игры попробую. Нет, он скорее говорит, что, ну, раз ты никак не мог выиграть даже такую простую. Слушай, а не выигрывает он каким-то грубым ходом король f5? Может быть, ну, ферзь d5 шах. Ферзь d5? Угу. Давай пойдем ферзь e5. Ферзь f7 шах. Ферзь f7 шах. Ферзь f6 надо ходить. А король e4, ферзь f2. Король e4, ферзь f2. Ну зачем это нужно? Да. Это не нужно. Не, ну хочется все-таки пешку. Не, я думал, может, там вот 40 секунд осталось. Как 40 секунд? Ну так, 40 секунд. А вот эта драма продолжается. Так, и, конечно, я же поэтому хотел часы, да? 33 секунды, конечно. Вот часы появились, и совсем другое у нас. Конечно. Настроение. Король f5 он пошел, да. Король f5. Драма продолжается. Драма на охоте. Случай на охоте. Случай на охоте вполне может быть и драматичным. Да. Согласен с этим? Я охотился два раза в жизни или один раз. Но драмы не было, правда. О, слава богу. И ферзь f5. Время для охотничьих рассказов еще не пришло. Ферзь e5, ферзь f7 ходит. Кстати говоря, ферзь f6 пойти надо, да, потому что иначе действительно будет драма на охоте. Ферзь d5, король f4, ферзь d2, король e4. Ферзь d5. Что-то как-то играет. Король f4, ферзь d2, если шах, плохо, король бьет e4. Ну, не так уж плохо. Ну, пешка сейчас есть. Давайте будем снисходительными. Да, обыграл Крамника. Ну что, нет, он еще не обыграл, но не так уж плохо он играет. Ну, в принципе, он нет, играет. Вообще он играет замечательно. Я говорю в данном случае исключительно он технической просто, реализации. Он просто боялся. Нет, ну он боялся расплескать. Это можно понять. Он боялся просчитаться. Понять можно все что угодно. Да. Послушай, он боялся же... очень просчитаться. Конечно. У него ужасный счет с Крамником, просто ужасный. И если сейчас он победит, а все к тому идет, то он вернется вообще в 50% отметку, он будет на полочках отставать от лидирующей группы, да, не будем говорить, сколько людей в этой группе, он покажет превосходный результат, при том, что он начал турнир с двух поражений. Это, дамы и господа, огромная редкость, действительно очень большая редкость. Вот. Сколько у него там времени-то осталось? Нет, время есть пока. Ну, секунды, там, не, ну, там уже минуты. Под минуту накопил уже пару. А может быть и больше. А может быть и больше. Что можно сказать? А вот когда он съест на e4, наверное, Володь задастся, да, все-таки? Ну, не знаю. Ну, а что там играть-то? Там уже вообще ничего нет. Когда позиция съест, будет совсем пустая. Когда съест, то Володя сдастся. Ну, скорее всего, да, согласись. Ну, как ты думаешь? Ну, скорее всего, да. Вопрос о психологии борьбы.
Нет, ну видишь, сколько времени накопил ходами. Все-таки 30 секунд на ход — это немало. Да, конечно, но так, на самом деле, это много. Вот эти вот шахи судорожные, которые делал Люк в предыдущих партиях. Как пошел Володя? Ферзь d5 шах. Ну, как тут? Король f4, видимо. По всей вероятности, да, ферзь e5 несколько бессмысленно. А король? А только что были там, вроде. Да, там уже были, да. Поэтому надо пойти. И он повторит снова. Новая серия. Король f4, разумеется, этот ход Люк сделал. И теперь совсем грустно становится. Ну, дело в том, что грозит шахом белые берут ферзя. Пешку, я имею в виду. Ферзь e7 шах, и потом конечно забрать пешку. Конечно. А не ферзь e5. Ферзь e5, ферзь e7 — это новый раунд. Да-да-да, это новый раунд для переговоров с террористами. Ну, тоже а правда. В данном случае надо просто пешку съесть. И... Ну, у черных есть еще шанс, что Володя думает, король ферзь d2 шах, король b4, ферзь e2 шах, но это... Король d5, ферзь b5, король e6. Ну, куда-то ускакал за ферзя, да-да-да. И все время там шахи потом. Ферзь e8 шах, например, нету, ферзь e7 шах. Вот. Ускакал, и там на g7 скрылся. Подозреваю, что шахматная часть этой многострадальной партии, дорогие друзья, подходит к концу. Осталось вот ферзь d2, Володя пробует это. Ну, а что ему остается? Да, ему ничего не остается. Ничего не остается. Король ферзь d2. e4 надо бить. Вот это бить есть? Надо. Последняя возможность ошибиться? Последняя возможность, да, ошибиться. То есть, по крайней мере, ну так. Ну, король g4 тоже выигрывает, скажем так. Но вот надо бить так более концептуально, опять-таки, употребим это слово. Да. Надо бить уже пора. Да, надо чем. Чем же бить? Вот вопрос. Но в данном случае вопроса нет. Надо просто съесть хорошую, жирную пешку на e4. И этот ход Люк Макшейн делает. Но тут действительно не нужно быть гроссмейстером уровня 2700, и сейчас или через несколько ходов Владимир вынужден будет признать свое поражение. Король ферзь c2, наверное, был шах. Самый такой шах, грамотный шах, но в данном случае он не спасает, видимо. А куда пошел? А он на f3 может пойти вообще. А подожди, а куда? Ну, мы не видим сейчас. А он дал ферзь c2 шах, может, он другой дал шах. Ферзь c2 он дал шах. Нет, дал ферзь c2, да. Ферзь c2, чтобы на f3. Так он на f3 еще прятался, да. Да, ну теперь король d5. Король d5, ну а что, да. Ну а что, да. Ферзь b5, король e6. И нету ферзь e8 шахи за ферзь e7. Да, так же, как нет хода король c7 за ферзь e5, в общем и целом. Не, ну король c7, ладно. Не, ну тут ничего нет, да. Тут ферзь занимает очень хорошую позицию на f6. И осталось только чуть-чуть пристроить короля. Король d5 пошел Макшейн. Да, это, наверное, сдастся сейчас Володя все-таки, я думал. Ну да, здесь уже потому что совсем... больше шансов, по-моему, не осталось. Да, и времени уже больше 2 минут у Люка. Ни разу такого не было. За последние полчаса. За последние полчаса, да. Если не больше, да. И сейчас вы видите, что остались зрители, настоящие любители шахмат, которые готовы и 7 часов следить за партии, была бы она интересная. Итак, подходит к концу последняя партия. Единственная результативная, да, в этом туре? Партия драматичная, и да, дорогие друзья, это единственная, нет, как единственная. А кто еще? Томашевский с Морозевичем что сделали. Так тем не менее, ты говоришь, что статистика испортилась. Сильно она не испортилась? Нет, я же не говорил, что она может испортиться. Нет, два тура из трех. Ферзь два шах. Ферзь два шах какой-то нарисовал Володя шах, талантливый. Король d6, тем не менее, смею предположить. Ну да, здесь король. Ферзь три шах, король e7. Король d7, в смысле. Конечно, король d6. И медленно на f8. Ему главное на f8 попасть. Да, уйти, да, и все. Да, и там уже шахов не будет.